Чудеса ловкости продемонстрировал драгдилер из Томской области. Прямо на пороге суда он обманул троих конвоиров и сбежал в неизвестном направлении. Побег произошел еще осенью, и сейчас следователи рассекретили запись камеры наблюдения, которая все запечатлела. Вот полицейские выгружают подсудимых на заднем дворе. Один из них, Денис Талаев, бросает какой-то порошок в глаза сразу двум сопровождающим и убегает. Конвоиры вынуждены открыть огонь на поражение, но ни одна пуля в наркоторговца не попала, он ушел дворами. По результатам проверки следователь пришел к выводу о том, что действия сотрудника полиции, пресекавшего побег с применением огнестрельного оружия, абсолютно правомерные законы. Сейчас в отношении беглеца возбуждено еще одно уголовное дело, собственно, по факту побега. Однако сам подсудимый сейчас от Томска далеко. По непроверенной информации, Денис Талаев скрывается в Таиланде.